13 июля при купании в населенном пункте Аюла Чемальского района унесло течением в реку Катунь троих несовершеннолетних детей, которые купались в необорудованном месте без присмотра родителей. Для проведения поисковых мероприятий задействована группировка сил и средств от МЧС России, от муниципального образования. Работы проводятся с применением беспилотного летательного аппарата, проводятся по обследованию береговой линии и акватории реки Катунь при применении плавательных средств. Проведение водолазных работ на данной реке не представляется возможным. Работы сегодня продолжаются, задействовано более 90 человек личного состава, волонтеры из числа местного населения, сотрудники правоохранительных органов, пожарной части, а также спасатели МЧС России. Родственники и родители детей находятся под наблюдением медицинских работников и психолога от Главного управления МЧС России по Республике Алтай. Хочу обратить внимание граждан Республики Алтай и отдыхающих о том, что купаться необходимо в строго отведенных местах и оборудованных для этого, а также не оставлять без присмотра малолетних детей у береговой линии, а также в воде.